Сурок Соня проспала свой собственный праздник. Зверек из Челябинского зоопарка сейчас в спячке, хотя по всему миру сегодня отмечается День сурка. Считается, что именно в этот день животные должны просыпаться, вылезать из норы и предсказывать погоду, скоро ли придет весна. Праздник придумали в США, но он стал популярен во многих странах мира, в том числе и в России. Вот в этом вольере сейчас спит Соня. В зоопарке объясняют, что проснуться ко 2 февраля она и не должна была. Зима в России холоднее, чем в Америке, поэтому и спячка дольше. Животное впадает в нее, чтобы не искать пропитание. Хотя в вольере каждый день ставят еду и воду на всякий случай. К тому же в Америке принято будить сурков к празднику. Но наши зоологи уверены, что для животного это может быть опасно. Сон слишком глубокий. Сурки обычно спят, они отключаются полностью. У них урежается сердцебиение практически до нуля, дыхание урежается. То есть они полностью отключаются, у них все процессы замедляются, и температура тела опускается до нуля. Считается, что если зверек просыпается, то по его поведению можно определить погоду. Если день пасмурный и зверек не видит своей тени, то теплые дни придут уже скоро. Если ярко светит солнце, сурок пугается своей тени и прячется в нору. Это означает, что холода будут длиться еще 6 недель. За границей день сурка привлекает множество туристов в зоопарке.